Продовжимо аналізувати політичні підсумки тижня. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою партії «Опозиційна платформа за життя». Пане Юрію, вас вітаю, дякую, що завітали. Добре. Як ви можете пояснити зниження рейтингу президента і нової влади? Що вони не так зробили, що було неправильно, можливо, у їх діях, посадовців та монобільшості? Основна проблема – це, звісно, обман збирателів. То, що обіцяли одне, а роблять зовсім інше. І от у вас вся, тільки що був сюжет по виплатам больничних. Вот я на прошлой неделе, ну, которая заканчивается, в начале недели был райцентр Путивль в Сумской области, встречался с коллективом районной больницы. Вот вы можете себе представить, что врачам не платят зарплату с сентября месяца. Причем зарплата у них же не по 20 тысяч гривен, там 5-6 тысяч гривен, вот сидят весь коллектив больницы, 150 человек, и смотрят, и что они скажут об этой власти, когда прекратили выплату зарплаты. И такие случаи постоянно по всей стране. Учителя, медики, шахтеры. Возьмите тарифную ситуацию. Приняли постановление 19 октября и установили страховую, так называемую, цену на газ для населения с 1 января 8 тысяч гривен, при том, что летом закачали газ в два раза дешевле. Кто вообще имел право вот устанавливать такую цену и опять продолжать этот тарифный геноцид? Вот это все вместе, ну я уже не говорю о ситуации с землей, когда через колено пытаются сломать всю страну и принять законопроект, который угоден только МВФ, который только его толкает. И люди уже поняли, чему это может привести, к каким трагедиям, и просто стали на дыбы. И фермеры, и депутаты, потому что это реально соціальна провокація, яку проводить сьогоднішня власть. Деякі експерти вже називають уряд Гончарука урядом рятувальників, так би мовити. Що вони постійно в авральному режимі щось вирішують. Да? То шукають гроші, перерозподіляють бюджетні гроші на виплату якихось заборгованостей, зарплати. То шукають гроші на погашення лікарняних. То шукають, повертають опалення у міста, де опалення вчасно не розпочалося. Чому, як ви вважаєте, не вистроєна система влади так, щоб не рятувати, не розгрібати завали, а унеможливлювати подібні авральні ситуації? Ну, розумієте, в переходний період економіки, а у нас він є, любое правительство работает в режиме цейтнота. Но эти вообще они перевысили все. Такого непрофессионализма, бесшабашности вообще и безалаберности мы не видели никогда. Поэтому понятно, что они с ситуацией просто не справляются, они не понимают, где выделить приоритеты. Они, вот вы говорите, обрезают и перераспределяют деньги на социальные выплаты. Они обрезают только именно социально незащищенных. Вот самое обидное то, что силовикам всем выплаты идут, как из пулемета, как говорится, а вот инвалидов, чернобыльцев, ветеранов, матерей-одиночек, пенсионеров, вот всех обрезают. Вот это вот визитная карточка прошлой власти была, и вот они ее с успехом переняли сегодня. Лише два планарних тижні у вас залишилося цього року. Одне з найгостріших питань – земельна реформа. Чи вдасться, як ви думаєте, проголосувати в Верховній Раді цей законопроект у другому читанні? І якщо його все ж таки приймуть, які найбільш принципові речі треба врахувати? Ну, я скажу, що ми будемо требувати постановки в порядок денний на наступній неділі законопроектів, які соціально направлені. В першу чергу, це постановлення парламенту, виконання рішення Конституційного суду, о возобновлении льготных выплат чернобыльцам, инвалидам и матерям-одиночкам. Потом у нас законопроект по выплату, денежной выплаты детям, пострадавшим от войны, уже от военного конфликта на Востоке. Закон 2193 по снятию НДС газа для населения. Это очень важно, это удешевит стоимость газа и, соответственно, тарифов. И закон 2491 по особому статусу отдельных районов Донбасса, который позволяет имплементировать в так называемую формулу Штайнмайера, а, собственно говоря, провести выборы на этих территориях и восстановить контроль над границей. Вот эти законы для нас принципиальны. А касательно закона о рынке земли, люди уже поняли всю опасность этого рынка. И вот сегодня один за одной областные советы принимают решение против этого, потому что фермеры реально понимают, что у них отбирают все. Они зарабатывают под тиском фермеров? Это они делают это под давлением и фермеров, и людей, которые не получили землю. Ведь мало случаев, когда земля не распаевана из-за коррупции в госгеокадастре. Вот я был в Харьковской области, Змеевской район, тоже на этой неделе, встречался с фермерским хозяйством, приехал рядом руководитель другого хозяйства и говорит, вот мы совхоз,
мы нам официально должны распаивать 1000 гектаров земли. Госзеркадастр заблокировал без объяснения причин, и люди не получили, хотя имеют все права на это. И таких случаев тысячи по стране. И вот эти люди сегодня поняли, что их просто обманывают. Поэтому нельзя через колено ломать страну. Это никогда не приводило к добру. И я надеюсь, что хватит ума не тащить этот закон в таком виде в зал. Ну а можно спрогнозувати, що аграрії все ж таки можуть сказати своє слово на вулиці, і їхні протестні акції посиляться, якщо 226 голосів у другому читанні все ж таки знайдеться? Сопротивление будет нарастать. Думаєте, буде? Ну так у людей відбирають святое. Для українця земля всегда була святим. Это больше, чем средство заработка. Это вот земля, мать родная, вот это вот отбирают. Тому, звісно, буде протест. Скоро зустріч в нормандському форматі. На вашу думку, вона може пришвидшити мир в Україні, закінчити війну? Я дуже сподіваюся на це. Більше того, ми повинні зробити все, щоб допомогти президенту успішно вирішити ці питання, в тому числі газові переговори і переговори по відновленню миру. І я категорично не згоджуюся з тими політиками, які сьогодні, в основному, звісно, з бувшої минулої влади, які рассказывают про какие-то красные черты, про что, куда ему ходить, куда не ходить. Уже зрада у нас звучит. То есть, где вы были раньше все, когда этот конфликт 5 лет унес тысячи жизней человеческих? Пальцем о палец не ударили, теперь начинают критиковать. Поэтому я считаю, что мы должны все помочь достижению позитивного результата, дорожной карты, конкретных решений. І виконувати ради будущого страни. Зрозуміло. Дякую за цю розмову. Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна платформа «За життя», відповідав на мої питання.